День защиты детей отметили спортсмены Федерации кудо Уссурийска и отмечают вот так на ковре каждый год. Заодно подводят итоги перед летом. У каждого участника есть цель – уйти на каникулы с медалью, одолеть важного противника и подчинить свою волю. Такая жирная точка того накопленного потенциала, который в течение года инструктора, тренера пытаются вложить в них. И я думаю, что они хотят реализовать себя в полном объеме настолько, насколько задумки тренера были вложены. Свой максимум в этом году показал Влад Агафонов. Сейчас он спаррингуется со своим одноклубником, но еще в апреле штурмовал российский пьедестал. 5 лет подряд Владислав выезжал на первенство страны и только в этом году сумел завоевать золото. Приехав домой, лучший в стране кудоист не зазнался и даже местный финал провел корректно и технично. Я думаю, нельзя ставить выше себя, выше своего соперника. Нужно выходить, перед собой ставить цель, просто биться, драться, побеждать. Ничего, никакого волнения. Одноклубник, значит, поработать технично. Еще один интересный бой показали участники первенства страны. Дмитрий Царев и Семен Иванов сошлись в бою за первое место. Сема на России ничего не занял, в отличие от своего соперника. Дома же очень хотел доказать, что способен одолеть призера. Он серьезный соперник, призер первенства России. И мы как бы давно занимаемся вместе и разучили. Главное сейчас не пропустить от него и саму обхитрить и выиграть этот бой. И у Семена получилось. Правда, только в дополнительном времени. Также тренеры отметили волевых Дениса Федосеева, Ольгу Шевченко, Сергея Шевчука и Элиану Петрановскую. Впереди у воспитанников Федерации кудо каникулы. И только первые номера летом будут трудиться на сборах.